Всем привет! Сегодня готовим блинчики с красной рыбой. Это одна из любимых начинок блинов у моей семьи. Такие блинчики получаются невероятно вкусные и нежные. Давайте покажу, как приготовить. Для приготовления блинов с красной рыбой нам понадобятся блины. Рецепт блинов есть на нашем канале, ссылочка будет в описании. Красная рыба слабосоленая, укроп и сливочный крем-сыр. Поехали! Для начинки с красной рыбой, для начала нам надо очистить рыбу от шкурки. Так, рыбка готова. Теперь нам ее нужно нарезать на небольшие кусочки. Теперь нам нужно порубить укроп. Приступаем к формированию нашего блинчика. Сейчас намазываем крем-сыр. Намазываем не очень тонко, но и не очень толсто, для того, чтобы вкус сыра не перебивал рыбу, но и в то же время, чтобы он был ощутим. Теперь посыпаем это укропом. И теперь выкладываем нашу рыбку. Рыбку выкладываем в верхний слой, так как мы блинчик будем заворачивать. Вот получается как-то так. И теперь начинаем заворачивать наш блинчик. Готовый блинчик для подачи разрезаем по диагонали, как вам нравится. Ну, мне, наверное, вот так вот. И смотрим, как у нас получилось в разрезе. Вот так красиво получилось. Для красоты можно слегка еще притрусить укропчиком. Приятного аппетита! Если понравился рецепт, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и отмечайте колокольчик, чтобы не пропустить новых видео.